1 октября начинаются занятия в университете рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. 1 октября это уже следующая неделя, четверг. Ближайший четверг. Пока все идет по плану. Значит, план занятий составлен, опубликован в наших газетах. Можете посмотреть. Занятия проводятся по четвергам. Адрес: улица Очаковская, дом 7, 4 этаж. Помещение представляет РКРП. Начало занятий в 19 часов. Затем видео репортажи этих занятий, видеозаписи публикуются на наших каналах на YouTube, на наших сайтах. Так что вот 1 октября, надеюсь, все будет по плану.